Привет, друзья, с вами Кенник, и тут у меня какой-то АФК чучело, мяучело, походу, АФК, потому что я что-то не засмотрел. Не засмотрел, что за у нас, кто это, как, на какой минуте, что-то убирался на базе, и тут такое. Короче, посмотрим. Погнали, посмотрим вражеский форт. Кто не подписан, обязательно подписывайся на канал, давно рейдиков не было. Соло рейд, АФК, боже мой, это вообще что-то с чем-то. И мы начинаем. Каменная база, да? Вот и, конечно, чучело, тут точно чучело. А, я еще отлично топоры все забыл. Это вообще супер. Почта, выручай. По срочняку. Отлично. Рубим. Минку на отход. Обязательно в порядке. О. Так, ну вроде как двери не ляпаются. Да, тут вообще что-то жесткое было. Ладно, я буду рубить дальше, чтобы... Тут он минус стоит, вижу. Что-то чел оборонялся как мог. Ну а каменка чуть-чуть сделана. Вот тут какая-то странная штука. Ладно, мы что будем делать правильно? Мы будем рубить на мину. Чинилки стоят. Чела нету дома. Возможно, вот здесь я лежит слом. Ну дальше. Гробов целая куча. 16 минут. Ну, вскроем, посмотрим, что там. Да ё-моё. Я как бы это уже нормально прорыв. Хрен его знает, открываю. Последняя кувалда осталась. Так. Ломьё. Котел. Последнее. Сломаем дальше. Делеги. Или фулово хотя бы. А вот он, твой центр. Так. Ну, поехали. Две развейки, конечно, нефти. Такое себе. Че, за отмычками лететь надо, да? О! Изи. Шмизи. Сюда, камон. Колбасу. Молоты. Развей. Это, видать, ПВП набор у него какой-то был. Просто застакаем все. Ладно, это я скину. Неплохо. Так, здесь у нас ламьё. Дальше. Еще две отмычки. И еще леги. Сюда, камон. Так, ну мне бы хотелось еще туда срубить. Ну ладно, уже открывать начинал, так начинаю здесь. Ну, короче, хлам. Так, ладно, я тогда что? Я тогда лечу домой. За еще одной кувалдой и отмычкой. Стоп. Это он зашел, что ли, или мне показалось? Что-то ляпнуло. Ладно, возвращаемся. Итак. Сделал еще парочку локи. Одну кувалду. Ну, вроде как тихо. Или мне показалось, или что-то там было. Потому что... Хотя нет, мина стоит. Просто поставлю на всякий случай. А, не, вон он ходит. Да, я же говорю. Ах ты, подлюшка маленькая. Я тебя понял. Он носил лут. Ладно, окей.
Куда ты сюда насел? Сюда. Ну, типа, что-то похавано. А что-то нет. Здесь стоит... Тоже дверь, да? Ладно. Семечки, кровь. Не, он все перенес уже. Чучело-мяучело. Тут мину поставим. Да куда ты? Хер его порвал, если честно. Ладно. Минка на отход. Так, погоди, братан. Ты меня все равно не пробьешь. А я хоть порыжу. Боже мой. Блин, он все вынес отсюда. Черт, что делать? Я знаю, что делать. Надо ломать сюда. Все, пошел, ящики пошел. Ну ты все не вынесешь, братишка. Тут твоя мина. Ладно. Откроем здесь тогда, да? Или не будем? Кувалда одна есть на почте, но... Нет, он где-то тут ляпал. Вот тут у него дом. Бафы, бинты. Еще семечко заберем. Ну ты или открывать будешь, или я тебя сломаю, это серьезно говорю. Ну ладно. Ну ладно, будет затратнее тогда еще сильнее, да? Куда ты там носишься? Снизу, да? Ну ладно, я буду знать. А вылазь ты, боже мой. Бесконечная шляпа. Слом, что ли, занести, забрать? Ну, мам, мне не нужен. Ладно, пофиг. Ладно, кровь. Да я и так леги повыносил у него, да? Ну. Затратно, больно. Ладно, пофиг, открываю здесь. Что здесь забыл просто? Вынести. Угу. Или я лоханулся. Да дай-то мне рыбочка, я тебе дам.
Я зайду 6 минут, пофиг. Сколько? 3 локи. Здесь я видал. Здесь я видал. Тоже. Ну, как бы в обычном ящике тоже, скорее бы, было. Что-то. Эти херни вообще брать не хочу. А куда ты там все носишь, боже ты мой? Я здесь заберу твой лут. Чё ты делаешь? Ладно, что он делает? Он сейвит. Чтоб я сюда не залез, наверное, да? Ну давай. Хоба. Шляпа. Да, у него весь лут был здесь. 5 минут. 2 локи. Я знаю, надо его просто подловить здесь и все. Здесь. И вот здесь, наверное, поставим. Такую незаметную для меня. Минко. Побачу. Может, здесь еще что-то есть? Хотя он там все лапал. Ладно, пофиг. А, ну да. Так, забери свою шляпу. Забери семечки обратно. И эту шляпу забери, я семечки возьму. Не, как бы тут-то хоть есть что-то. И вот эту вот зелечку я тоже возьму. Блин, я не успел чуть-чуть. Я починенное возьму, ты не против? Спасибо. Да возьми эту скорость. Так, окей. Половину латки я отбил, да? Давай дальше. Будешь выходить или нет? Ну, видно, что просто хватал, что можно брать. Все жалко, семечки не жалко. Хотя тоже жалко. Ну ладно, я щит возьму. О, ты серьезно? Ну давай. Так, стоп. Застакать, все, мины луки не надо. Блин, я не знаю, что брать. Давай, 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 давай. Ой, с посохом, ой-ой-ой. Давай сюда. Отлично. Ай, ну это так неинтересно. Надо было заходить. Ну там же лут лежит. А у меня все, у меня шапочек-то нет. Ладно, буду выбирать, что мне надо. И не дурить голову, правильно? Пускай он там бегает, пускай он там шуршит. Так, эту шляпу выкину. Возьму что? Возьму огненный лук. Ладно, пофиг. Дальше что? Думаем, 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 думаем. Думаем, думаем. Мясо скинем. Возьмем. Семечки. Я все от них отстать не могу. Дальше, что у нас здесь? Кинжалы, скорость. Всякая шляпа. Так ты меня закрыл там, где не надо закрывать, брат. Блять, да нету отмычки. А на рейде нельзя удалять. Поэтому что нам делать? Что нам делать? Что мне делать? Да там уже нет ничего, брат. Отмычка была вот здесь. Где они вообще? Нет, они вот здесь, наверное. Да, отмычка рейдера есть. Супер. Так, жираем тогда все это дерьмо.
давай, тебе надо выпустить меня. Иначе я полезу в еще один гроб. А я полезу. Хе-хе-хе. Ладно. Минута целая, я сюда залез. Чучело мяучело. Не надо запускать. Сочка, я тебя сейчас словлю. Окей. А ты вот покажешь, что? Сочка. Ладно. Ты же все захватить не смог. Правильно. Ой, на мину напал. Во, видишь, что-то тут. Ну, шляпа. Ладно, лук возьму. И зачин может взять. Блин, я не знаю, она возьми это. Так. Все. Ну все, открывай. Я залутал. Боже мой, ну сколько я на тебя тут повливал, целую кучу, конечно. Открывай, я готов. Под ярость задамажишь. Не, он не захочет. Давай, увеличение урона, все как надо, конечно. Открывай, 20 секунд, я не убью тебя все равно, ё-моё. Я просто хотел обновить щит. Сейчас пылесосить грязью будет, да? Увы, не попал сразу АФК. Я знаю. Удачи. Открывай, блядь, удачи мне, но не надо. Ладно, спасибо. Да, был АФК. Согласен.